Всем привет, с вами Евгений Погребишский. И вот непосредственно я показываю этот шуруп. Еще есть одна причина, почему его надо вытащить. Потому что если будет, например, кочка и колесо ударится, соответственно, энергия, которая здесь образуется, давление, может его тоже вытолкать. Итак, сейчас я покажу свое колесо. Ну, находится этот шуруп вот здесь. Я сейчас проверю колесо таким образом, что я его просто осматриваю. Вот эту всю часть, которая здесь, я могу сделать здесь, посмотреть. Все осматриваем. Смотрим, что больше нету. И так же самое идем на остальные колеса. И также это все просматриваем здесь. Здесь так вот. Переднее колесо также смотрим по всей этой части. И так все четыре колеса. Потом я сейчас должен отъехать. И соответственно, когда я отъеду, вот это должно оказаться здесь. Я сейчас буду вот так вот ехать, колесо будет двигаться, и в итоге это окажется здесь. Так же самое проверяем колесо это и все остальные. И таким образом смотрим, что больше там ничего нет. С вами был Евгений Погребишский. До новых встреч.